Перед нанесением материала необходимо обеспылить поверхность грунтом глубокого проникновения. Рекомендуем использовать наш фирменный грунт Primer Fix, разбавленный водой в соотношении 1 к 5. Перед нанесением тщательно перемешиваем материал. На подготовленную поверхность, без трещин и сколов, которая выровнена, обеспылена и обезжирена, наносим грунт Luxus Primer Floor равномерно на поверхность от угла до угла. Влажность поверхности должна быть не более 3%. Время высыхания – 24 часа. Мы предлагаем уже готовую к использованию смесь, которую можем заколеровать в любой цвет по вашему пожеланию. Перед нанесением тщательно перемешиваем материал. Первый слой наносим плавающими движениями сверху вниз от угла до угла и приглаживаем, задавая нужный рисунок. Именно первый слой задает рисунок фактуре. Толстые наплывы оставлять нельзя. Через 24 часа наносим второй слой волнообразными движениями, при этом прижимаем кельмой и вытягиваем. Движения хаотичные и волнообразные. После нанесения проходимся наждачной бумагой. Она убирает железнение и неровности. После кистью стряхиваем пыль. Разводим Primer Fix с водой в пропорции 1 к 3 и наносим на поверхность, избегая подтеков. Обеспыливаем поверхность перед нанесением лака. Смешиваем лак Опака компонент А и Б в пропорции 5 к 1. Лак водой не разбавляем и наносим только короткошерстным велюровым валиком, хаотичными движениями втирая лак в поверхность. Каждый последующий слой лака наносим через 24 часа. Если после первого нанесения лака проявились какие-то недочеты, их можно убрать наждачной бумагой. И только после этого наносить следующий слой лака. На стены первый слой лака наносят через 24 часа, на полы через двое суток. Лак во влажные помещения и на полы наносится в 3-4 слоя. Каждый слой наносим через 24 часа. Деликатная влажная уборка допустима на 4-е сутки, а полную силу материал наберет через 21 день. Тогда его можно будет тщательно мыть.